Летнее расписание движения автобусов в Десногорске лишилось трех своих маршрутов. Постановлением администрации от 15 апреля автобусы с посадкой на городском автовокзале отменены в сторону дачного товарищества «Николаевское» с остановкой «Городское кладбище». Отмена действует также в сторону товарищества «Надежда» и в направлении «Профилактория». Отмена автобусного сообщения между городом Десногорском и садоводческими товариществами, дачными кооперативами – это вынужденная мера, принятая для противодействия распространению коронавирусной инфекции и улучшения эпидемиологической ситуации в целом. Ограничения действуют 16 апреля до особого распоряжения.